В Магнитогорске перевернулась скорая помощь с пациентом. Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения. Эти кадры отсмотрел и наш корреспондент. Медики везли мотоциклиста, который пострадал в аварии. Сирена и карета работников больницы пересекала перекресток, но ее не пропустил автомобиль марки «Мерседес». От удара скорая помощь перевернулась на бок. Так, пересечение, Карла Маркса и Грязнова. Юность. Получается, на перекрестке, ну сейчас не видно машины, сейчас чуть тронемся, но мне видно, что машина лежит на боку, я вижу колеса, и походу это какая-то грузовая тачка. Вот, скорая, ёшкин кот, скорая перевернулась, но походу не пропустили. По предварительным данным, у одного фельдшера сотрясение, у другого перелом костей голени. Водители от госпитализации отказались. Уже через 4 минуты на место ДТП прибыла вторая скорая помощь. Пострадавшие доставлены в больницу, в том числе и мотоциклист, которого везли. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. А эти кадры словно из фильма «Пункт назначения». В Челябинске из грузовика на ходу выпала бетонная плита. В Челябинске такое может быть. Такие аварии только в Челябинске происходят. Суровые. Офигеть. Челябинские аварии. Офигеть, реально. На кадрах последствия происшествия. Очевидцы сообщают, что конструкция упала на дорогу и от удара раскололась. Задело кого-нибудь из автомобилистов или нет, не говорится. Причины, по которым плита сорвалась с крепления, устанавливаются. В металлургическом районе столкнулись две легковушки. ДТП произошло на пересечении улиц Дегтярева и Трудовая. Kia вылетела возле супермаркета и не уступила дорогу Mitsubishi Lancer. В результате столкновения серьезно никто не пострадал. Предполагаемый виновник ДТП отказался от госпитализации. В Курчатовском районе столкнулись Lexus и Lada. ДТП произошло на перекрестке улицы Молдавская и проспект Победы. ВАЗ отбросило в столб, у кроссовера оторван бампер. На месте работали медики. Пострадавших нет.